31.08.2017. Время 22.03. Мы пришли в Таврический сад вечером, когда ничего не видно. Освещение тут не очень. Сели на ступеньках около водоема. Отдыхаем, кофе пьем. Просто зеленый сад. Надо сюда идти днем, в светлое время суток. Я думаю, тут намного красивее. Мостики есть. Водоем, островок, окруженный каналом. В общем, увидеть тут сложно, что сейчас можно. Только увидеть фонари, освещенные какие-то пятачки. Тут мы прямо напротив озера сидим. Темнота. На том берегу Таврический дворец, вот тень, но мы его не увидим. Проходили мимо какой-то сцены, видимо, концерт был, но мы не успели на него. А может быть, собираются сделать концерт вечерний. Кто знает. Не, ну все-таки Таврический сад работает до 23 часов, написано в Гугле. Я думаю, там уже все закончилось. Лавочки, много лавочек, в принципе, можно посидеть среди деревьев. Находится недалеко от станции Чернышевская.